И сюда переехали алхимики. Да, химики, золотых дел мастера. Здесь постоянно шли какие-то взрывы, постоянно дым какой-то пар шел. Потому что здесь вот, во время Рудольфа II алхимики полюбили это место. Сейчас вы, прогуливаясь по улочке, можете посмотреть, как раньше жили алхимики, как раньше жили стрельцы, как раньше жили портные, как раньше это жили... Каждый домик, каждый домик можно зайти и посмотреть, как раньше жила гадалка, которая нагадала Гитлеру крах горы. И он ее за это велел расстрелять. А, серьезно? Нет, не серьезно. И как это? Нет, это магазины парфюмерии, которые приготовлены из натуральных средств, из натуральных природных компонентов. Это трав, можно на основе пива даже есть, здесь косметика. А магазины семян, нет? Семян? Да, овощи. Есть. Где? Как нет? Есть. Где? Где? В супермаркете. Во всех супермаркетах есть отдел семян. Прямо на таких стендах. Что вас конкретно интересует? Огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры. Да, он там раздобыл кусочек земли.